У вас есть один блок динамита, мотор и кресло. И только один шанс, чтобы проплыть до конца. Вы ведь понимаете, что если вы коснетесь хотя бы одного камушка, то ваша лодка взорвется. Поехали, все. Кто самый первый? Самый первый идет Кибер Максимка. Кибер Максимка и 666, а Боба, очень странный ник, едут бок о бок и не касаются камушков. Они пока сами ничего. Что? Ой, я думал, он сейчас взорвется. Так, давай, давай. Что? Кто взорвался? 666 взорвался. Три шестерки взорвались. Агужа, вперед! Гоните, я за Кибер Максимка самый первый, а за ним прям сразу все остальные. О, тропики, на нем даже камушков. Там появляются камни. Ты сейчас разобьешься. Сзади Агуша. Агуша взорвался. Фа-портал тоже едет. Остался фа-портал самый последний. Он. Потому что он один, кто остался. О, тут вообще камней нет, ему повезло. Ой, они начинают появляться. Тут стреляют ниндзя по тебе. Они тоже могут взорвать твой динамит. Беги скорее. Стоп, а ты можешь так до конца, в принципе, доплыть, мне кажется. Нет. Осторожно, если на это пятно нас что ждёшь. Уф, ты уже сколько уровней прошел. Никого, кроме тебя, не осталось, ты один тут плывёшь. Токсичный уровень, он тоже преодолен. Ой-ой-ой, стиральная машинка. Злейший враг всех наших видео. Много кто в них утонул. Что? Почему динамит не взорвался? Просто повезло. А, да. Почему у меня третий раз такое повезло? Все, допустим. Так, да уж, зубные щетки опаснее огромных камней. Как это невозможно пройти? Что невозможно? Не маяк, маяк, как это пройти? А стоп, ты уже до конца доплыл? Это почти последняя локация, смотри. Я въезжаю, это... Стоп, вау, это медовый хардкор. Уровень. Это очень сложно. Пчелки. Это хардкор, это хардкор. Сейчас сверху можно тебя упасть. Он реально падает сверху. Тут последний уровень, тут просто огромные камни. А, смотри, тут дорога есть. А... Ты можешь проехать до самого конца. На одном блоке динамита. Реально ужас, как это... Это мировой рекорд по корабликам, наверное. Знаешь, если были бы мировые рекорды, ты бы побил его. Он в мотор, стул. Давай. И водопад. Как? Нет, нет, погиб. Ну все, это конец тебе, мне кажется. Мы полетели, за ухо игра. Ой, все. Что? Хорошо упал. Что, серьезно? Серьезно? На одном блоке динамита доехал до самого конца. Он жив. Доплыл. У вас есть один шарик, мотор, и вам нужно будет долететь до конца. Победит тот, кто пролетит дальше всех. Так, начинается гонка. Кибер Максимка и Фа-портал идут бок о бок. А Агуша где-то там. Первый, кто меня разрешал пользоваться, второй никто не запрещал. Они стреляют пушками друг в друга, зачем? Ой, мне кажется, вы сейчас все в космос улетите. Так, я вижу, у нас уже пара человек выбыл. Агуша и Абоба вместе там летят сзади. Кибер Максим и Фа-портал вместе летят. По порталу, смотрите, вы пролетаете над болотом, в котором живут крокодилы. То Агуша, смотрите, он догоняет. Вы уже над сундуком, а как вы собираетесь спускаться? Агуша, ух, твои предположения, что я сделаю? Ты взорвешься. Неправильно, я полечу вниз. Так, давай, Кибер Максимка. Агуша уже приземлился, и ты тоже приземлился. По порталу коснулся песка первый. Позади вас стоят самые обычные машины, но на самом деле это не так. Эти машины могут ехать по стенам. Если подъехать до ней к стене, то можно на нее забраться. И таким образом вы сегодня должны будете пройти билд Эбот. Ваша задача доплыть как можно дальше на этих машинках, не касаясь воды. Старт, гонка начинается, поехали. Забирайтесь на стену, вот как делает это Агуша. Ой, куда? Агуша уже на елке. Ой, он упал. Кто в самом впереди? Я покажу. Мазда поднимается наверх и падает. Да. О, Бафтер забрался на стену и едет по ней. Хороший. Это невозможно ехать. Почему? Я улетела. А Бафтер просто решил вот так преодолевать это испытание. Ой-ой-ой, я полетел. Это Ватрушка спускается вниз по карте. Вообще так и должны были все делать. Ну ладно. Ой-ой-ой, как тут страшно и темно. Я не могу. Бафтер уже вообще, я даже не знаю. Бафтер уже проезжает.
А где он приезжает? Бафтер уже проходит первое испытание, сходит на боковую стену и спускается вниз. Я могу? Да. Остался только Бафтер и Ватрушка, остальные все куда-то улетели. Бафтер сам впереди, он преодолевает очень много испытаний, а Ватрушка едет прямо за ним. Кто же будет первым? Ну ты. Длинный мастер, самый лучший пингвин. Ой, ты куда? Нет. А с Ватрушкой тоже самое лучшее. Какие-то рыбы фугу появляются. А, все, он тоже упал. А кто из вас дальше проехал-то? Вы вроде на одном и том же месте проиграли. У вас есть маленький плот, и ваша задача выжить и доплыть до самого конца. Я построю вам плот. Надеюсь, он будет крепкий. Надеюсь. Мне кажется, в этом челлендже никто не вернется. Мне тоже. И вы отправляетесь в плавание. Начинается... Вы что делаете? Счастливого пути вам! Так, первые 10 секунд прошли безопасно, и никто даже не упал. Так, о, видите, там впереди камни, сейчас вы начнете взрываться. Бум-бум, падай! Первый камень, а вы прошли мимо. Смотрите, какой большой камень, и бах! Так, проплываем сюда. Еще один камень. Все. Еще один камень. Уже сломалось 4 кусочка от корабля. Пятый. Я чувствую себя в воду. 20% корабля уже сломал. У Гвина хитбоксы маленькие. Да, у меня хитбоксы еще маленькие. Все, смотрите, у вас меньше половины плота осталось. Вы... Если что, на пингвине... Первый участник убывает. Скорее забирайтесь на плот, скорее. Осталось 5 блоков всё, только. Все, минус один. Ай, сейчас будет минус 3. Давайте залезайте на плот. Я падаю. Так, мне кажется, сейчас все проиграют. Ой, осталось 3 блока и QRS только. А все, да, он один? Все, ух, мы идем с ним. Только QRS остался, и он тоже проиграл. И плот тоже. Все, QRS победил, потому что он остался самым последним выжившим. И теперь у вас есть один блок дерева, к которому прикреплен один единственный мотор. И одно единственное кресло. Такая лодка, вот. Так, Бафтер, это нечестно. Бафтер, осуждаю. Да, я тоже. Ваша задача выжить и проплыть как можно дальше. Победит тот, кто проплывет дальше всех. Все, начинается плавание. Пингвин самый первый. Его Бафтер обгоняет. Нет, я самый первый. Я помню, я приеду к своим. QRS вообще не знает, где находится. Где? Тут жесткое сопротивление пингвина и Бафтера, остальные где-то сзади. Пингвины. Если вы хотя бы на один... Если вы хотя бы ударите себя в один камень, то ваша лодка сломается. У вас одна жизнь, можно сказать. Так, Бафтер первый. Так, Бафтер самый впереди, он уже на третьем испытании. Естественно. А, пингвин тоже на третьем. Ой, все. Все, спасибо. У плохо, я был очень У Бафтера мотор сломался, у него осталось только кресло, кажется, это конец. Ну, удачи, бой, это сила пингвинской стали. Пингвин проехал дальше. Все, пингвин на первом месте. Пингвин доплыл до четвертого испытания. Я буду жить, стой. Все, меня сбило. А я первый, я не умер еще. Все, тоже. Получается, победил пингвин, потому что его лодка проплыла дальше. Сейчас вы будете взлетать на шариках, и вам надо будет выжить. У вас будет включено ПВП, и вы сможете драться с друг другом. И Кёрос уже сразу пишет спасить вам. Включаем шарики через 3, 2, 1, 0. Пока не стреляйте. Улетайте. Ну, знаете, это не против правил было. Все, Бафтер уже на земле. Так быстро. Перестрелка начинается, я вижу тут прям. QRS против пингвина, кто же... Я такого единства никогда не видел. Да вы косо стреляете, давайте помечу. Да мы летаем, трачем. Это похоже на войну на самолетах. Ой-ой-ой. Где QRS? QRS там летит. А, вон он. Он стреляет по пингвину. Прям в пингвина чуть не попал. Мне кажется, это будет бой очень долго длиться, потому что вы не можете по друг другу попасть. Рез. Я не убил тебя, умер, и я убил. Минус 2. Что? Как так? Я убила ее, и она меня убила. QRS победил. Реально QRS выиграл.